Toast, 乾杯。Сегодня я раскрою секрет, как мы японцы держим форму и здоровье. Всем привет! С вами я, Маришка. Я японка, которая живет в Москве уже 12 лет, и также я артистка балета. Недавно я вернулась в Москву из Японии, да, из летнего отпуска, и это видео получается долгожданный выпуск, потому что вернулась в Москву, и у меня было много дела, и даже вступительный экзамен в аспирантуру МГУ, но об этом я расскажу чуть попозже. А сегодня я хотела сказать и хотела поделиться с вами хорошую, выгодную информацию, особенно для тех, кто живет в России. Наверное, кто смотрел это видео, уже знаете, что я привезла из Японии, и один из них я привезла такую напитку, это как японский зеленый чай. Честно говоря, мне не очень нравится российский зеленый чай, потому что очень много сахара и слишком сладко. Для нас, для японцев, сладкий зеленый чай – это как-то странно. Но в Японии очень популярен зеленый чай, и среди из них то, что сегодня я покажу, это не обычный и не простой, но очень полезно для здоровья. И, конечно, в Японии очень популярно, и, наверное, почти все японцы знают. Это называется ао-джиру. Слово ао – это означает синий или синий-зеленый цвет, и джиру – это сок. Но у нас в японцев есть один негативный образ к этому напитку ао-джиру – это горький вкус. Потому что изначально этот сок сделан из капусты калле или других зеленых овощей. Да, образ такой – полезно для здоровья, но горький. Но сейчас уже все исправили. То, что сегодня я покажу, это совсем другой. Это сделано из молодых листьев ячменя, поэтому не горько и удобно попить. Конечно, потом я расскажу подробно, как хорошо для здоровья и как это работает, но прежде всего я здесь распакую и попью и прямо здесь расскажу честное впечатление. Ну подождите, я прекрасно понимаю, что у вас возникли такой вопрос и, наверное, вы думаете так. Ладно, мы узнаем, что есть такие напитки, но мы же живем в России. Как можем купить? Тем более сейчас очень трудно ехать в Японию из-за коронавируса и так далее, ля-ля-ля. Да, да, не переживайте. Я знаю способ, как можно купить в России. Об этом в конце видео я расскажу, поэтому поехали, сначала попьем. Время распаковка. Да, тут есть два вкуса. Вот это основной и это лимонный. Но прежде всего я расскажу, что на самом деле так не выглядит, потому что это я положила в пакете, чтобы удобно поместить в чемоданы. На самом деле выглядит в коробке. Поэтому я сейчас покажу оригинальное фото. Давайте! Запомнили? Вот это оригинал. Тогда давайте распакуем. Раз, да. Да, вот так много есть. И скажу, что это коробка. Да, оригинал. Я так привезла. Да, оригинал выглядит такой коробка. Да, вот такая коробка. Да, это маленькая коробка, поэтому тут положила 46 штук. Но еще есть большая коробка, где 90 штук. Да, на всякий случай я сразу скажу. Да, интересно, знаешь, с тем можно попить. Да. Вы думаете, только с водой? Нет, нет, нет. Да, конечно, можно с холодной водой, но еще можно и с молоком, и еще с кипятком. Ну, то есть с горячей водой. Еще, я здесь покажу фотографию, можно добавить в суп и блинчики, еще японские сладости. Поэтому можно принимать любой способ. Да, это круто. Но сегодня я попробую с водой, с кипятком и с молоком попробуем. Но тут я сразу скажу, что можно попить в день один либо два штука. Поэтому я попробую из основного вкуса и лимонный вкус. Да, выделяю какой-то вот. Например, я положу половину с водой, половину с кипятком, половину с водой, половину с молоком. Вот так я попробую. Ехали!
Итак, я поменяла ракурс камеры, чтобы вам удобно увидеть. Да, добро пожаловать, welcome to эксперименту Маришки. Да, давайте подготовим. Сначала я положу половину вот сюда и половину сюда. И это будем делать с водой, да. И даже это очень удобно открывать, не нужно ни в ком ножницы. Вот так. Можно открывать, да. А сегодня я хочу пробовать с различными, чтобы вот я вам показать, вот поэтому половину положу сюда, да, две полоски. Вот. Вот так. Сюда обычная вода. О! Та-ра-ра-ра-ра-рам. Та-ра-ра-ра-ра-рам. Вот. Добавлю. И после этого сразу помешать. Так. Выглядит как зеленый чай, да? Но это на самом деле напитка для здоровья, да. Так. Сейчас. Вот так выглядит. И следующее это раскроем, да. Но очень удобно открывать, да, прямо очень удобно, да. Так. Главное, что остаться половину, чтобы пробовать с кипятком тоже. Да, где-то половину. Чуть-чуть другой цвет, да? Видно? И тут побольше дерезо и лимонный вкус, поэтому как-то выглядит черно, да, черно. Ну, давайте. О, запах тоже чуть-чуть лимонный и... Побольше дерезо, это что это значит, какой эффект есть, я побольше все расскажу, да, что тут есть и какой эффект. Вот так. А вам понятно? Это основной и это с лимонной и побольше дерезо. Так, это с водой. Раз. Так что, вот это и вот это, чтобы вам понятно, да. А дальше я попробую вот это, но то, что остается, это с молоком, да. Сюда добавлю. Это все, да? А это молоко, то, которое сегодня я купила в Москве, да. О, как-то матча латте похоже выглядит, да, латте. Конечно, молочное, да, выглядит, и может сладкое, и может вам удобно попить вот так, да. Ой, запах очень вкусный, да, мне так нравится, это очень нравится, да. Вот почти. И последнее, то, что остается здесь с кипятком, да. Вот сюда, то, что остается. Кипяток уже готово, кипяток готов, чайник, вот. Выглядит интересно, как кофе выглядит, да, но чуть зеленый, да. Вам видно? Да, это сразу. Та-дам! Давайте попьем. Первый я буду пробовать основной вкус с водой, да, холодный. Давайте. Тост. Кампай. Да, вкусно. И запах сейчас. Да, запах листья. И не горько, и очень удобно. Если тут принимают какие-то много овощей, то тогда это очень полезно. Ну, конечно, потом поясним, что тут включено и как работает для здоровья. Да, конечно, поясним. Но сейчас попью, да. Вот, очень удобно выпить, но как-то я чувствую, что я уже стала чуть-чуть здоровым, да, энергия появится. Но следующий чай давайте возьмем, да, потому что тут есть 4 чая, да. Вы помните, тут есть 4 напитки, поэтому сейчас возьмем второе, да, чтобы сравнивать и чтобы сразу сказать впечатление. Да, это лимонный с дерезом и с водой, с обычной водой. Во-первых, запах. Да,
какой-то кислый запах, лимонный запах. И я сразу вспоминаю, что это очень похоже на лимонные конфеты, где витамин С, да, много витамин С. А поскольку я сама очень люблю кислый вкус, я даже съем лимон, прямо лимон, поэтому мне очень приятный этот запах. Сейчас давайте попробуем. А, да! Тут чувство листья поменьше, но зато лимон, да, и дерево много. Это что это значит? Конечно, это скажу. Да, мне тоже это нравится. И следующее, давайте с мараком, да? С основной и марако. А, да, это очень сладко, сладко, да. Я понимаю, что, наверное, вы, русские, любите это, да. Я, наверное, основное больше люблю, но это сладко, очень сладко, да. И последний, да, уже жвачка, много воды, поэтому я чуть попозже все выпью, но давайте сразу этот четвертый с кипятком, с горячей водой. Почему-то с кипятком получается сладко, чем это. Да, сейчас еще раз. У меня остается какая-то мята. Ну, понимаете, лимон и мята, да. Я не знаю, здесь есть мята? Но почему-то я так чувствую, да. Ну, это, как сказать, необычный вкус, да. Не чай и не кофе, и... сок. Сок, да, мне это тоже нравится. Так, давайте остаемся. Я просто много, слишком много. Мой желудок уже будет как моли, да, слишком много напиток, да. И вот, конечно, вы пробуете основной вкус, но я уверена, что вы любите с мараком, да, потому что очень молочно и удобно пить. Но это не горько, да, это точно не горько, да. И еще скажу, что вот это можно добавлять в суп, либо блинчики, поэтому это не только никак напитки, можно прямо блюдо можно добавлять, потому что это очень полезно. Но нужно и можно по одному, либо по две штуки в сутки. Понятно? Итак, важный момент. Внимание! Давайте поясним, почему эта напитка полезна для здоровья. Потому что в этот напиток много включено витамин С, витамин Е, пищевые волокна, минерал и железо. Что это значит? Объясню подробно. Если принимают витамин С и Е, то это значит хорошо для кожи и повышает иммунитет. А если принимают пищевые волокна, то нормализует кишечную среду, то есть хорошо для диеты. А в минерале очень много включено кальций и магний. Если принимать кальций, то укрепить кости и зубы. И если принимать магний, то помогает нормализовать температуру тела и давление. И последний. Если принимать железо, то предотвращает анемию. Да, правда так и работает. Вот, можем ожидать такого эффекта. Но это не лекарство, а это как биологически активная добавка. Поэтому, если вы продолжаете выпить каждый день, то будете здоровым. А на самом деле, в Японии так продается в магазине, поэтому сразу видно и понятно, что это очень популярная напитка. Итак, последний я расскажу, что как можно купить это в России. Вы знаете Озон? Озон, зон, зон. Да, там можно купить. Но, чтобы вам не требоваться искать, под этого видео есть ссылка, поэтому отсюда посмотрите. И расскажу выгодную информацию. Как раз сейчас идет акция. С 22 сентября по 5 октября. Если вы покупаете две порции, то третья будет бесплатно. Вот это третья. Я бы советую, можно сделать как подарок маме, папе, друзей, знакомых. Так как в России зимой чуть трудно принимать овощей, поэтому попьете и станете здоровым.
Кому нравится это видео и кто узнал, как мы японцы держим форму, и кто хочет попробовать такой напиток, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, чтобы не пропустить ничего. Может, дальше тоже ожидает какую-то выгодную информацию. Спасибо большое за внимание до конца. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! Я желаю всем крепкого здоровья! Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста.